Здорово, мужик, ты смотришь видео автокасты. Автокасты – это самый позитивный магазин автозвука. И я, как видео, знаете, бывает, вы, мы, я буду обращаться лично к тебе. Дружище, сегодня у нас лето, почти началось, май месяц. И если ты увлечен автозвуком и смотришь наш ролик, значит, блин, тебе действительно это интересно. Вот. Я постараюсь в этом ролике рассказать о самых топовых 20-х динамиках. То есть это 20-й размер, в этом году он популярен, да и как и в том году, это самый крутой размер динамика, который можно поставить в подиум и в штатное место в некоторые машины. Это шикарный звук. Сегодня будет у нас топ, это 6 моделей. Так как у нас в стенде 6 мест для прослушки, я взял самые популярные 6 моделей и сегодня тебе об этом расскажу. Погнали, начнем мы с этой стороны, не будем ничего мудрить. Это Pride Ruby. Моделька Ruby из 20-х, у Pride это самый недорогой динамик. Ценник его розницу 5990 на середину мая 2018 года. Соответственно, давайте посмотрим. Первая уникальная коробка, бумага, все ништяк. Удобная коробка, 100%, ребят. Погнали, что здесь есть. Наклейка Pride, гарантийный талон. Pride это единственный, кто сейчас дает подменный фонд. Грубо говоря, если вы динамик порвали, не знаю, порвали, сожгли и так далее, можете принести и заменить на другие. Это уникально, пока мало кто этим пользуется. Ну, у нас в магазине, у нас все классно эксплуатируют. Но все же это уникальный шанс. Купили за 6, поменяли за 2, например. Это ништяк. Но суть не об этом, а сейчас о том, что они себя представляют. Это вот такие динамики в таком пенопласте. Упаковка удобная, дойдет любому нашему клиенту со всей России. Кстати, заходите на наш сайт автокаста.ру и делайте заказ прямо сейчас на эти динамики Ruby 8. Смотри, что здесь в комплектации. Вот такой динамик Pride Ruby, вот такой вот у него приклеенный диффузор и есть такая в комплекте сетка. Сейчас у Pride не во всех динамиках есть сетки, но у Ruby есть, она действительно достойна. Такая магнитная система и, конечно же, мы каждому нашему клиенту дарим вот такие саморезы под шестигранник. Они будут идти в комплекте. Pride Ruby, что про них сказать? По внешнему виду мне очень нравится, магнитная система большая, по эксплуатационным характеристикам у них от 125 до 8000 Гц действительно столько играют, одна из самых громких серединок на данный момент, но и стоит она 6000 рублей, не так уж и дешево. Погнали дальше. Урал. Я взял модельку Decibel 200S, короче, эти динамики по самой доступны на данный момент цене, сейчас на них скидка, ребят, то есть раньше стоили дорого, сейчас они стоят вот столько, поэтому обязательно их стоит рассмотреть. Что мне нравится в Урале? Что? Смотри, коробка, каждый динамик в своей коробке, кроме пакетика и динамика в коробке ничего нет. Сейчас мы ее разорвем, точно так же ты будешь открывать коробку, когда будешь получать посылку от нас. В ней будут обязательно лежать вот такие саморезы под шестигранник. Сеток в Урале нет. Это моделька 200S, есть еще 200B. Что такое S? Для меня это Slim или Small, там кто-то как Slim, Small, но по сути маленький размер, маленькая посадочная глубина. Сразу что мне нравится? Красная корзина, красные вот эти вот штуки, я не знаю, как они честно называются, не вникал, то есть сетка аккуратно ложится, все. Ну, скорее всего, это прижимные вещи, которые прижимают диффузор к корзине. Не скорее всего, так это и есть. Вот такой динамик с таким магнитом по номинальной мощности 180 ватт, возможно, есть. И написано, что они играют от 80 Гц. От 80, то есть если Pride от 125, то они должны капец улетно панчить. Судя по диффузору, этого здесь вряд ли будет, но мы это попозже в этом видео все прослушаем. Кстати, если вы выберете ту модель, в которой нет сетки, у нас всегда в наличии вот такие популярные соты гриль. 700 рублей пара, саморезы к ним идут, это очень шикарные сетки. Как можно их апгрейдить, чтобы я предложил не просто черный ставить, можно покрасить в любой цвет. Красный, синий, зеленый, желтый, какой хотите, под свое настроение. Конечно же, каждому покупателю наклеечка автокаста в подарок. У нас очень интересные, классные наклейки. Друзья, все, погнали без всякой воды. Следующая модель это хиток. Ребята, хит этого лета. Dynamic State 20.3 4-омный, не бывает 2-омный. Что в комплекте? Прижимные штучки есть дополнительные, наклейка маленькая, Dynamic State, инструкция, сами динамики и, конечно, сетки соты в комплекте. Саморезы к ним в подарок. Динамик просто великолепный, модель вот такая, сейчас все послушаем, все узнаете. Цена 3300 пара, друзья, это просто бесплатно за такие динамики. Кстати, посмотрите на нашем канале предыдущее видео, у меня стоят таких две пары, как в качестве серединок, это просто супер. Дальше, MW80, легендарная модель, сделан динамик наподобие 20.4 Dynamic State. Вот, конечно, он отличается, то есть, ну, возможно, то есть я не видел, но отличается. По крайней мере, буковка на колпачке стопудово другая. Такой динамик, это низкоиграющий,
как можно сказать, мид-бас. То есть такое охлаждающее отверстие, хороший динамик. От 80 Гц будет играть, в принципе, великолепно. Четвертым порядком, если порежете. То есть его в качестве третьего компонента можно добавить. Кому нравится пониже и не сильно громко середину, можно взять MW80. Шикарная модель. Сейчас Альфард снизил цену 4000, но сейчас опять поднял на 7%. Короче, 4-4,5 можно их купить. Это супер. К ним подходят сетки соты и, конечно, саморезы. Наклеек нет, коробка простая, наклеек нет. Все. Дальше. Модель DevBones. Как она только не называлась, M80, MX80, DevBones, а сейчас она Апокалипс. Когда вы получаете этот динамик, купили его, самое клевое это вот открыть. Все, значит, до вас его никто, кроме, ну, как в автокасте, не открывал. Все, наклейку сорвали, открываем динамики. Инструкция, гарантийный талон и наклейка DevBones. Ну класс, класс. DevBones это один из таких высоких линеек Альфарда, поэтому там должно быть все круто. Погнали, смотрим. Вот такие динамики. На колпачке уже написано Апокалипс, до этого был DevBones. Ребят, эта моделька стоила 7000 рублей до недавнего времени. Но сейчас эта моделька стоит 4500 рублей. Ну, 4700, возможно. Чем они отличаются от всех других сразу? Это вот такие вот терминалы для проводов. Это очень классно, удобно, кайф. Динамик кайфовый, проблему с колпачком отрывавшимся решили. 125 Гц четвертым порядком. Будет у вас шикарная середина за 4500 рублей. И, ребята, я еще взял модельку Аватар. То есть для тебя показать, чтобы, ну, как бы, чтобы понять весь модельный ряд 20-х динамиков в этом летнем сезоне. Все я не покажу, есть разные модели, но я взял топ, который есть у нас. Моделька Аватар, 20 размер, Аватар МТУ-80, 3300 рублей пара, шикарный динамик, играет классно, надежный, очень-очень надежный. Вот, по заявке написано, у них вроде 150 номинал, ну не знаю, столько выдержит или нет, не пробовали, но, по крайней мере, гарантийных случаев по ним не бывает. Но динамики все работают исключительно хорошо. Сколько мы не продали, ни одного динамика сгоревшего не привезли. Ну все, ребят, а теперь мы обратимся к прослушке этих динамиков. Насчет того, на то, что на видео слышно, не слышно, вы послушайте уже и сделайте свое мнение. То есть я считаю, что нужно приехать в автокасту в магазин и отслушать их стенди. Погнали. Друзья, будем от 580-го слушать. Поверху, по низу порежем их магнитолой. Сделаем от 100 Гц четвертым порядком. От 125, хотя я многие слушаю, но вот сделаем от 100, потому что W80 и еще какие-то по заявке вроде могут. Попробуем так послушать. И, соответственно, поверху мы их отрежем до 6,3 кГц, то есть до 6300 Гц. Также четвертым порядком. Все, сейчас выберем трек. Погнали слушать. Вперед. It's I'm drowning. I would do anything for you. I am haunted for you. Дорогой друг, вот прослушал все динамики сейчас, и дело уже за тобой. Выбирай, какие тебе больше нравятся, смотри, какие по дизайну, какие по звуку нравятся. То есть все динамики достойны. Тут уже надо выбирать, сколько денег нормально потратить на автозвук, и какие действительно больше душа лежит. Вот и все. Всем отличного настроения, самый веселый магазин Автокаста с вами. Смотрите наши видосики, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Пока-пока!